Нашел? Да. Так, сейчас 23.03, 20 декабря. Будет. Пожрали, посмотрели кинцо, Колян погамал. Че, Колян, пьешь там? Покажи на камерку. Что ты там пьешь? Поверни. Мунстр. Одежда уже подсохла почти вся. Сейчас посплю немножко. Сумка собрана. Если собрана, блядь. Если это собрано, блядь, я не знаю. Все собрано, упаковано. Ее только закрыть. И все. А это что такое? Это подушка ее. Отдельно. А вот это все остальное что такое? А это мусор, я у тебя на память оставляю. Нет, так не пойдет. Ты его, сука, с собой заберешь, когда будешь выходить и выкинешь сам. Ох, образоточ. Вы посмотрите на Евкате, ой, на Евкате, говорю, на Коляна. Ты на Евкате не гони. Все, Евкате нормальный паренек. Да. Коляну Евкате понравился. Я ему видосы показывал. Колян, у тебя машинка съехала немного, надо будет ее поправить потом. Займись. Под стирки. Ну, у меня лапки. Я не могу. Тряпки, блин. Так, вылет в 9 утра, регистрация начнется за 2 часа, это в 7 утра. В аэропорт надо за час приехать, это в 6 утра выезжать. И того в 5 утра надо проснуться. Потом на все про все у меня 6 часов есть, чтобы поспать. Подрыхаем, да, Коляс? Ну, можно, немного, на полшечки. Я что, я опять ни хрена не высплюсь? Это жестко. Я, блядь, потом в самолете нахрен взлететь еще 5 часов. Отоспишься, блин, за всю хуйню. Ну, надеюсь, что отосплюсь. Все, повезло. Хули в самолете еще делать? Я хочу, чтобы разово выспаться, чтобы все хорошо было. Чтобы все было охренительно. Помирать от безделия. Почему? Я вот сегодня... А, кстати, надо видосы сейчас накачать себе будет про распуленцию, про все прочее. Чтобы там в самолете смотреть, и чтобы народ охреневал на этих видео. Чтобы тоже проникался этим. Вон, взяли у меня, кстати, паспорт. В аэропорту тоже охреневают, когда им это подаю. Лисий паспорт. Пизданутся. Вот.